однажды я собрался ехать в такой прекрасный город, как Сосновый Бор, естественно, на электричке, и случайно сел не на ту. На следующей же остановке я вышел и решил ждать другую. Я ее дождался, я на нее сел, уже был рад, но, к сожалению, это снова оказалась не та электричка. Я вышел в таком городе, как Старый Петергоф, кажется. Уже доехал на автобусе до города Ломоносов. И из города Ломоносов я шел по трассе, голосуя, дабы поймать нужную мне маршрутку. Номер 401. Я этот номер запомню навсегда, потому что она не останавливается. Вот я иду, голосую. Ко мне подъезжает какой-то человек явно не русской национальности, предлагает довезти за 400 рублей. У меня, конечно, денег мало. Вот. И тут я вижу, как 401 маршрутка проезжает мимо меня. Я бегу за ней, кричу, машу руками. Она замедляется, но потом стартует и уезжает без меня. Ко мне подъезжает вот этот человек на своей еле передвигающейся советской машине. Говорит, садись, сейчас подброшу тебя, догоним. И он топит на ней под 130 км в час. И мы все же сумели ее догнать, перегнать даже. Там же я благополучно сел на нее и доехал. Вот. Такая история. Что, отличная история. Спасибо. Я вот чувствую, что не зря потратил сегодня столько времени. Эта история, я надеюсь, меня и многих людей, которые сейчас ее услышали, чему-нибудь научат. Ну и садиться на электричку, первую попавшуюся. Ну и быть осторожным с 401 маршруткой. Да, это обязательно. Ну и опять же, люди не русской национальности, по-моему, замечательные люди. Конечно. Нам показывает вот эта история, что это вот просто замечательно. Он же вас бесплатно докинул в дом, да, 401 маршрутки. Да. Вот, все. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей. Откуда вы? Из Питера. Всем привет! Я почтовая карточка с изображением черного полотенца, которое ело живых людей. И прямо сейчас, через этот почтовый ящик, я отправлюсь в долгое путешествие к одному россиянину. Через 3 дня можешь начинать проверять свой почтовый ящик. Если вы хотите, чтобы я оказалась в вашем почтовом ящике, напишите администратору сообщества ВКонтакте «Черное полотенце». И я отлечу к вам из самого сердца города Санкт-Петербург. И, возможно, я к вам прилечу.